А ізраїльські війська оточують тим часом місто Газа. Це повідомляє CNN із посиланням на супутникові знімки. За інформацією видання, фото свідчать про те, що ізраїльська армія намагається розділити сектор Гази на дві частини. Наразі військові підходять до найбільшого міста палестинського анклаву з трьох сторін – з північного заходу, північного сходу та вздовж південної частини населеного пункту. На кадрах також видно сліди важкої техніки, які тягнуться майже до узбережжя. Цві Зільбер, ізраїльський журналіст, зараз з нами на зв'язку. Пане Цві, доброго вечора вам. Вітаю. Добрий вечір, шалом, вітаю і слава Україні. Героям слава. Пане Цві, скажіть, будь ласка, ось ця інформація про оточення міста Газа. На якому зараз етапі ця операція? Про що ви нам можете розказати? Наскільки вона успішна? Мы уже говорим об этом несколько дней, и я думаю, что Израиль уже продвинулся дальше, уже продвинулся вглубь города. Единственное, что продвижение очень-очень медленное, и такая задача была поставлена. Никуда не спешить, а тщательно очень зачищать, потому что в каждом доме может быть выход из подземного тоннеля. Все уже говорят о подземном метро, который прокопал Хамас под всей территорией практически сектора, 500 километров длиной, общая длина этих тоннелей, и там есть абсолютно все, и генераторы, и топливо, и запасы боеприпасов, и ракеты. Единственное, чего там не предусмотрено, это бомбоубежище. Как сказал Абу Марзук во время своего визита в Москву в студии телеканала Russia Today, дескать, Хамас не собирается нести ответственность за мирное население, пусть о мирном населении заботится Израиль и ООН. А Хамас будет заботиться исключительно о своих ракетах и о своих боевиках. Вот. Соответственно, идет очень медленная зачистка, значит, вскрываются эти тоннели, потом туда закачивается несмертельный газ, очень важно, что газ не смертельный, это просто какой-то усыпляющий газ. Либо туннели обрушиваются там, где это можно, либо они, либо еще есть целый ряд технологий, я просто даже не очень хочу сейчас это все перечислять, потому что я не знаю, какие именно из них применяются, но у Израиля есть целый ряд технологий. Ну и главное, идет охота на генераторы, потому что самое слабое место у этой системы тоннелей – это вентиляция. Вентиляция не работает без электроэнергии. Электроэнергию дают генераторы. Генераторам нужна солярка, соответственно, вот Израиль охотится на топливные резервуары и на генераторы. При этом продолжается размягчение этого укрепрайона с воздуха и очень-очень медленная такая планомерная зачистка. И нам сообщают о десятках убитых террористов, включая там командиров, очень много командного состава. Израиль тоже несет потери. Но можно сказать, что, в принципе, все очень неплохо продвигается. Пане Цві, а дозвольте уточнити от з приводу того підземного міста, в якому навіть є власне метрополітен. Це ж місто, яке будувалося не один день. Невже про це взагалі не було ніякої інформації до того, як терористи вдерлися на територію Ізраїлю? І скільки часу знадобилося для того, щоб його збудували? Вже є якась аналітика? Ну, это не метро в понимании, что там ходят поезда, но там вполне может проехать автомобиль, они довольно широкие. То есть это называется метро, потому что такая разветвленная система туннелей с многочисленными станциями, с многочисленными выходами на поверхность. Там нет метро, там нет рельсов и там не ходят поезда. Но, естественно, эта информация была. И главное объяснение этому, я не знаю, если кто-то из наших зрителей не знает, Израиль ушел из сектора Газа в 2005 году к международно признанным границам. То есть там никаких территориальных диспутов, территориальных споров ни с точки зрения ООН, ни с точки зрения никого нет. Израиль отошел к международно признанным границам, и они там, в общем-то, строили это. Хамас в 2007 году захватил там власть вооруженным путем. Хамас не побеждал в демократических выборах, то есть там эти выборы были, но Хамас потом сверг законную власть палестинской автономии, захватил власть в Газе военным переворотом. И потом они строили, в общем-то, все, что хотят.
Израиль был в плену у ложной концепции, которая сводилась к тому, что Хамас можно умиротворить, что Хамас в нынешней ситуации является еще и политической организацией, для которой важно не только террор, не только воевать с Израилем, но и строить в Газе какую-то более-менее сносную жизнь, заботиться о нуждах населения, строить им какую-то инфраструктуру. Там, в принципе, Хамас превратил Газу в такой аппарат для переработки международных денег, для переработки миллиардов долларов, которые вливались в сектор Газа. И помимо этого, вот дешевая рабочая сила, да, 12 землекопов там копали очень много лет, и вот накопали все это там, да, естественно, все забетонировано. То есть это не просто какие-то там там довольно солидные конструкции, там участвовали инженеры в разработке. Ну и кроме того, там песчаники, то есть копать там довольно просто. Вот. Израиль знал о том, что это происходит, Израиль не реагировал, исходя из того, что можно с Хамасом прийти к какому-то уравнению, к какому-то сдерживанию и какой-то договоренности на более-менее какой-то длительный период. Но, к сожалению, этого всего не получилось, и мы пришли к тому, что концепция была неверной, что надо было действительно заниматься правильной оценкой их военного потенциала и разгромить все это на корню, как только это там появлялось, даже если это означало бы, что Израиль наносит удар первым. Но теперь уже задним числом, конечно, все мы умнее, что говорить. Но да, это была большая ошибка, что мы позволили им так развернуться и накопить такое количество ракет. Пане Цві, ми дуже вам дякуємо за відповіді. Цві Зільбер, ізраїльський журналіст, нам розповідав, що зараз відбувається на Близькому Сході, в Ізраїлі і в секторі Гази, зокрема.